Во-первых, я хочу поздравить Порту с победой. В чем мы проиграли? Мы проиграли, который матч подряд, в простых элементарных ошибках. Но и самое основное, у нас не хватает скорости. В последней стадии нашей обороны. Игроки Порто, 11 номер, 17, 8, они в скорости явно превосходили нас. Поэтому мы, атакуя, проиграли несколько контратак. Ну и простые элементарные ошибки привели к этому результату. Юрий Павлович, если позволите, два вопроса. Первый по поводу замены Фернандеша. Она связана с травмой или вашим недовольством его игрой? И второй вопрос. Она не связана с травмой. Она связана с ведением игры. И мы посчитали нужным его поменять. И второй вопрос. Когда выпускали Смолова на замену, не было мысли выпустить его в пару к Эдеру, а не вместо него, чтобы, ну, учитывая всю ситуацию на поле, учитывая счет? Ну, количество нападающих не определяет остроту. Определяет совершенно другие вещи. Атака из глубины. От того, что будут два нападающих, это большой вопрос. Если бы мы имели тотальное какое-то преимущество владения мячом, тогда да. А когда этого не было, я думаю, смысла я, по крайней мере, не видел. Юрий Павлович, в четырех матчах Лиги Чемпионов у «Локомотива» ни разу не повторилось сочетание центральных защитников. Насколько сильно это влияет на количество тех ошибок в последней стадии обороны, о которых вы сказали? Ну, конечно, это влияет. Но это ситуации, которые мы, наверное, к этому не подвластны. Не подвластны дисквалификация, Кверквели, травмы наших защитников и так далее. Поэтому это сочетание рождается буквально накануне игр. Юрий Павлович, скажите, пожалуйста, шансы на выход плей-офф Локомотива, плей-офф Лиги Чемпионов Локомотива потеряны, но сохраняются шансы попасть в плей-офф Лиги Европы, занять третье место. Насколько для Локомотива это сейчас будет принципиальным моментом? Готовы ли продолжать борьбу в турнире? Конечно, мы должны продолжать борьбу. И будем ее продолжать, потому что любое набранное очко – это коэффициент в нашу копилку общую. Продолжать борьбу за то, чтобы играть в Кубке УЕФА, мы будем. И будем стараться все сделать для этого. Юрий Павлович, последний вопрос. Вот смотрите, Порту забивает почти все, что создает. У нас, получается, у Локомотива выходит, Касильяс выходит из ворот, момент, начинают разыгрывать, не забивают. Это нервы, это отсутствие опыта, или это все-таки можно говорить об отсутствии класса, учитывая, что уже происходит это 4 матча? Ну, я думаю, это в комплексе все. Лига чемпионов не прощает ошибок, потому что здесь игроки самого высочайшего уровня играют. Поэтому нас на каждую свою оплошность, нас каждый раз наказывали. Мы этого не могли делать, хотя, ну, было много очень хороших комбинаций, было неплохо, неплохая игра в атаках во всех этих играх. Мы еще не подводим итог, но баланса не было. Баланса – это атака, оборона и элементарные ошибки, вот и все.